Операция «Такси» в рейд под таким названием сегодняшнего дня вышли сотрудники госавтоинспекции совместно с управлениями Гостехнадзора и Государственного дорожного надзора. Профилактический этап продлится до 13 апреля. Во время рейда инспекторы проверяют соблюдение правил безопасной перевозки пассажиров. В первый день операции «Такси» выявлены нарушители. Рейды у нас проводятся несколько раз в месяц. Все согласовано с графиком, совместно проходит с Гостехнадзором и управлением ГИБДД. Проходят рейдовые мероприятия, вот так вот останавливаем, проверяем маленькие такси категории Б, такси категории Д. Также, если необходимо, то проводим проверки также и грузовых транспортных средств. В первую очередь документация – это путевой лист, наличие страховки пассажиров у перевозчиков такси перевозки категории Д, ну и также сопутствующие документы.